вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я подготовила на новогодний стол свои коронные закуски. Первая закуска – это терем с курицей и индейки. Невероятно вкусно! Готовьте обязательно, а также приготовим праздничный рулет «Нежность». Он просто тает во рту. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И пусть ваш праздничный новогодний стол будет самым красивым и самым вкусным. Хочу вам напомнить, что видео на канале «Готовим с любовью» выходят ежедневно. Давайте готовить вместе! Для терена из курицы и индейки нам нужны будут следующие продукты. 600 граммов куриного филе, 600 граммов индейки, 2 зубка чеснока, 2 чайные ложки зернистой горчицы, французской горчицы, пучок укропа, соль, перец добавляем по вкусу. Берем куриное филе и нарезаем его небольшими кусочками. Нам нужно из куриного филе сделать фарш. Я буду измельчать в блендере. Вот для этого мне нужно нарезать его. Куриное филе нарезали. Теперь пластинками нарезаем филе индейки. Его измельчать мы ни в коем случае не будем. Оно идет как прослойка в терене. Скажу вам сразу. Закуска просто отменная. Сочная и нежная. Пучок укропа мелко нарезали. Отставляем пока в сторонку. Погружным блендером измельчаем куриное филе. Здесь и 2 зубка чеснока. Затем к куриному филе мы добавляем по вкусу соль. Добавить можно специи, приправы, черный молотый перец. Добавляю горчицу, 2 чайных ложки, и укроп, который мы мелко нарезали. Теперь хорошо вымешиваем фарш. Я это делаю руками, всегда. В миску перекладываем мясо индейки, добавляем соль, перец по вкусу и немножко растительного масла. Вот я форму налила тут. Можно добавить специи, черный молотый перец, все что пожелаете. Теперь будем собирать наш терен. Беру форму, у меня силиконовая, она мягкая, идеально подойдет металлическая форма. Размеры формы 21 сантиметр на 8 сантиметров. Замеры всегда делаются снизу. Вверху она немного шире. Высота 6 сантиметров. Что мы делаем? Берем сначала куриный фарш, 1/3 фарша, и разравниваем по форме. Теперь мы выкладываем филе индейки ровненьким слоем. И сюда еще один кусочек покладу. Достаточно. Теперь выкладываем снова куриный фарш. Хорошенько нужно уплотнять слои, чтобы это было единое целое. Руки смачивайте в воде. Так фарш не прилипает. У нас осталась еще 1/3 куриного фарша. И снова выстилаем слой с индейки. Это должен быть ровненький слой. Руки снова смочила в воде. И выкладываем последнюю порцию фарша. Если попадаются белые пленочки фарша, вы их вынимаете. И тонким слоем разравниваем. Духовочка у меня разогрета. Значит, первое, что мы делаем, накрываем форму фольгой. Вот так. Накрыли. Теперь заливаем горячей водой. Только вот закипело. До половины. Залили. И теперь ставим наш терен в разогретую духовку на 150 градусов на вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Терен выпекался в духовке 1,5 часа.
даем ему полностью остыть. Для праздничного рулета «Нежность» нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов моркови. Я натерла ее на мелкой терке. 20 граммов сливочного масла. 3 яйца. 50 граммов муки. Пол чайной ложки соды. Соль, перец, травы добавляем по вкусу. 300 граммов фарша. 70 миллилитров молока. 1 столовая ложка без горки кукурузного крахмала и 1 луковица. На сковороду выкладываем кусочек масла, растапливаем. Сразу же выкладываем морковь. Морковь нужно слегка протушить, буквально 5 минут. После того, как протушим морковь, нужно ее полностью остудить. Как только морковь остыла, мы начинаем готовить тесто. 3 яйца, взбиваем пышную массу со щепоткой соли. В муку добавляем пол чайной ложки соды, перемешиваем. И теперь добавляем взбитые яйца. Хорошо вымешиваем. И теперь добавляем морковь. Морковь не должна быть ни в коем случае горячей. Это очень важно. И перемешиваем до однородности. Духовочку включили разогреваться. Теперь берем противень большой, размер 30x40. Застелила пергаментной бумагой. Смазываю растительным маслом. И теперь выкладываем наше морковное тесто. Конечно, противень нужен немножко меньше, но у меня кроме стандартного квадратного нет никакого. Просто не до краев распределила тесто. Ставим наше морковное тесто в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Корж выпекался 15 минут. Резко берем и переворачиваем корж. Он очень мягкий. Даем слегка ему остыть. А сами займемся приготовлением начинки. У нас фактически все готово. Вот у нас фарш. Пюрировала луковицу. Добавляем соль, травы, перец, молоко. 70 миллилитров. Масса у нас должна быть такой, знаете, не тугой, мягкой. Неполную ложку добавили кукурузного крахмала, без горки, в щепь набранную. Теперь берем и выкладываем сверху мясную начинку. Этот рулет отличная закуска, сытная, сочная. И желательно этот рулет готовить за сутки до торжества, чтобы он остыл в холодильнике. Потом он будет хорошо нарезаться на кусочки. До самого края не выкладываем мясную начинку. Буквально 5-6 сантиметров. Распределили равномерно. Затем сворачиваем в рулетик. Помогаем себе пергаментом. Смотрите, рулетик прекрасно сворачивается, не трескается. Вот так вот. Свернули. Результат я вам показала. И продолжаем запекать при температуре 180 градусов. 10 минут. Потом будем уменьшать температуру. Забыла вам сказать, что рулет заматываем в этот же пергамент и выпекаем. После 10 минут выпекания рулета уменьшаем температуру на 160 градусов и выпекаем рулет еще 20 минут. Рулет готов. Теперь он должен полностью остыть и минимум 5 часов полежать в холодильнике. Только потом его режем как закуску на порционные кусочки. Сейчас я нарезаю терин из курицы и индейки. Скажу вам, что очень сочное блюдо. Очень вкусная закуска. Как на бутерброд, так и просто нарезать на тарелочку. Смотрите, хорошо держит форму. Главное, терин должен хорошо остыть. Сейчас попробую. Девочки, это волшебно. Всем готовить. Ароматная, нежная,
сочная и сытная закуска. Всем желаю удачного приготовления и хорошего настроения на целый день. А к морковному рулетику вы готовы? Нарезаю толщиной приблизительно 1 сантиметр. 5 часов не смогла выждать. Нарезаю немного раньше. Но смотрите, рулет прекрасно держит форму. Можно даже тоньше его нарезать. Ну и сейчас попробуем. Я краешек уже пробовала. Сочная мясная начинка, нежная оболочка, сытная закуска. Мои коронные закуски на праздничный новогодний стол готовы. Это просто объедение. Готовьте вместе со мной, и ваш праздничный новогодний стол будет самым вкусным и самым красивым. Я всем вам желаю хорошего настроения, улыбок, счастья и веселья. Пусть сбудутся все ваши заветные желания. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. Подписывайтесь на наш кулинарный канал «Готовим с любовью». С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.